Водителям обеспечен теплый прием. От обогревателей и тепловых пушек до сменной одежды и медикаментов – все это ждет югорчан в мобильном пункте обогрева. Его готовность к суровой зиме проверили спасатели Белоярского. Подвижный пункт может понадобиться, если в морозы, на трассе, случится затор, авария или вынужденная длительная остановка. Ведь все это грозит обморожением. Пункт обогрева работает автономно на любом участке трассы. Сам модуль надувной до нужного места его доставляет вездеход, так что развернуть его можно где угодно.